Всем привет! Мы опять в нашем офисе в центре Варшавы, и к нам в гости пришел Кайрат. Кайрат, привет! Здравствуйте! Я приехал из Кыргызстана, города Ош. Дела у меня нормально. Я уже месяц как тут, в принципе, месяц работаю. Нормально все. Здорово. Расскажи, пожалуйста, что ты успел за месяц сделать? Я увидел Варшаву. Помимо этого, я там как раз-таки с вашей компанией успел подписать очень многие важные документы, которые мне нужны будут для проживания здесь. В принципе, все. Буквально 2 недели назад поступил в колледж по менеджменту. И вот сейчас учеба только начинается. А с работой легко совмещать? С работой получается достаточно легко, потому что сейчас как бы есть, по сути, разные курсы. Есть онлайн-курсы и курсы по офлайн, как бы. Но их, в принципе, можно и не посещать, потому что ты сам можешь выбирать свой график. Именно режим работы ты можешь выбрать, настроить его под свои задачи. А скажи, пожалуйста, а сейчас ты где проживаешь? Сейчас я уже вот съехал с хостела, снимаю с друзьями квартиру. Здорово, доволен? Да, квартира чистая, опрятная, большая. Здорово, но мы еще посмотрим, правильно? Ты же нас приглашал? Да. Скажи, где нас нашел? Я нашел вас в Инстаграме, через Инстаграм с вами связался. Как раз таки насчет договора, я этот месяц работал по умове взлицения, уже вот чуть-чуть разбираюсь в этом всем. Умова взлицения, как я понимаю, это как контрактник. Договор подряда. Да, больше. Договор подряда. И сейчас я уже буду подписывать договор уже на полную ставку. Ну, тебе уже рассказывали по полной ставке, что тем самым ты получишь еще кучу плюшек в виде скидок на тренажерный зал, на бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях и много-много чего другого. Паспорт ты мне показывал, правильно? У тебя с собой есть. Песел есть, номер счета из банка есть, куда тебе будет приходить зарплата. Еще, в принципе, можем тогда оформлять, подписываться. Пойдем с тобой оформим мельдунок. Ну, и я помню, что ты приглашал нас к себе в гости. Да, конечно. Приходите. Отлично. Так, ну давай тогда подписывайте, пошли.